Приедет обязательно. Приедет, просто у него сейчас гастрольный график. Ну, а я свою, одну из своих последних песен, я очень ее люблю, потому что она называется «Сызныгичань». Ради вас в этой песне поется, что будь хорошим человеком, и чтобы от тебя, о тебе думали только хорошие, чтобы передавалось это как по цепочке. Добро, добро, добро и добро. Сызныгичань!